Добрый день. Спасибо за звонок. Наша служба заказа пиццы по телефону. Добрый день. Я хочу сделать срочный заказ. Введите, пожалуйста, ваш персональный номер. Спасибо, господин Степанюк Сергей Андреевич. Вы проживаете город Киев, улица Ленина, 48, корпус 2, квартира 105, работаете в компании IT Union. Судя по расположению вашего паспорта, вы находитесь дома. Хотите заказать пиццу с доставкой на дом? Биометрический паспорт или ID-карта – это высокотехнологичный электронный документ с чипом радиочастотной идентификации. Данные с чипа считываются дистанционно, что позволяет контролировать место пребывания человека. Чип содержит персональный идентификационный номер человека. Под этим же номером в едином демографическом реестре будет создан файл-досье, в котором будет содержаться абсолютно вся информация о личности, отпечатки пальцев, место проживания, работы, доходы, покупки и прочие конфиденциальные данные, вплоть до малейших подробностей биографии. Сканируя паспорт, система мгновенно соединяется через интернет с единым реестром. Любой человек, имеющий к нему доступ, будет знать все тайны вашей личной жизни, так как в него будет сливаться информация со всех структур – МВД, налоговой и прочих ведомств, включая медицинскую карту. В то же время вы сами не сможете проверить информацию, хранящуюся в паспорте. Номер человека тоже претерпит изменения для унификации его с международным стандартом. Стандарт ISO 11784/1785 предполагает, что первая цифра определит, животное вы или не животное, ноль или единица, код страны, социальный статус или уровень вашего доступа и другие. За ними пойдет всем известный национальный идентификационный номер. Вывод. Владельцы электронных паспортов становятся объектами слежения. Им придется забыть понятие конфиденциальности и тайны личной жизни. Откуда вы знаете мои телефонные номера? Мы входим в единый демографический реестр, в котором содержатся все ваши персональные данные. А почему вы имеете доступ к моим личным данным? Вы подписали согласие на сбор и обработку персональных данных. Хорошо. Мне нужна мясная пицца с грибами. Пожалуйста, подождите. Мы не можем продать вам эту пиццу согласно вашей медицинской страховке. Она вам не подходит. Почему? По данным Министерства здравоохранения, у вас высокое давление и повышенный уровень холестерина. Эти продукты вам противопоказаны. Ладно. Ну и что же мне можно? Мы уверены, что вам понравится соево-йогуртная пицца. Да с чего бы это вдруг?
На прошлой неделе вы заказали в интернет-магазине книгу о соевой диете, а в прошлом месяце купили йогуртницу. Получая электронный паспорт, вы даете письменное согласие на сбор, накопление и обработку всей информации о себе в едином электронном демографическом реестре. Через системы электронных платежей и модемные модули на кассовых аппаратах все ваши покупки, расчеты будут фиксироваться в нем, в вашем файле-досье и передаваться в налоговую. Любой контролирующий орган или чиновник будет знать, что вы приобрели, куда ездили, чем болеете, и может использовать это против вас. Именно поэтому такого всеобщего реестра нет ни в одной стране мира. Вы вынуждены будете постоянно доказывать законность своих доходов. Презумпция невиновности постепенно превратится в презумпцию виновности, а человек – в потенциального правонарушителя. Специалисты утверждают, что базы данных в электронных реестрах защитить невозможно. Взламывается все, вплоть до данных Пентагона. С введением электронных документов личные данные каждого из нас окажутся в открытом интернете или на прилавках видеобазаров, как это произошло недавно с базой данных МВД. Учитывая исчерпывающую информацию о человеке в реестре, можно только представить, как ею смогут воспользоваться шантажисты, черные риэлторы и трансплантологи, ювенальные органы, педофилы и прочие преступники, получая информацию о нас и наших детях. Злоумышленники, имея ваши отпечатки пальцев, смогут нанести их на любую поверхность, например, на оружие, которым было совершено покушение, или на ручку двери обворованной квартиры. Криминал в своих преступных целях сможет держать в напряжении любую семью, которая возьмет электронные документы. Это же касается и международных аферистов, так как наши базы данных созданы как структурные части Всемирного глобального реестра. Вывод. Вхождение в единый демографический реестр и получение ID-карты делает человека абсолютно беззащитным перед преступниками. Ясно. Ну и сколько стоит эта пицца? Вы сейчас дома с женой и двумя детьми, поэтому... Мы вам рекомендуем заказать две большие пиццы, которые будут стоить 200 гривен. Хорошо, оплачу кредиткой. Запишите номер. Извините, но по данным вашего банка у вас перерасход средств, поэтому вы не можете заплатить кредитной картой. Нужно заплатить наличными. Хорошо. У меня осталось немного наличных. По данным вашего банка, вы не можете оплатить доставку пиццы на дом, но вы можете сами забрать свой заказ. Диктуйте адрес, я подъеду на машине через полчаса. К сожалению, вы не можете приехать к нам на машине, потому что не продлили полис обязательного страхования, поэтому не имеете права водить свой автомобиль. Блин, Вам нужно следить за своей речью, ведь еще не закончился срок административного взыскания. За нелояльное высказывание в метро, которое зафиксировала система слежения. Особую опасность биометрические паспорта представляют для должностных лиц, милиции, прокуроров, политиков. Именно их первыми будут принуждать брать биометрические документы, с помощью которых ими можно будет легко управлять. Ведь любого несговорчивого чиновника можно одним нажатием клавиши лишить банковского счета, недвижимости, гражданства и даже права на своего ребенка. Независимость оппозиции, общественных деятелей, журналистов –
становится и вовсе призрачной, так как, согласно закону, любое проявление недовольства или инакомыслия против системы становится поводом для занесения владельца паспорта в так называемую базу стоп-лист. Стоп-лист – это система автоматической блокировки всех денежных счетов, которая мгновенно исключает человека из сферы купли-продажи. Биометрические документы будут выдаваться с самого рождения. Но какой смысл сканировать фотографию новорожденного, лицо которого изменится уже через 2 месяца? Возможно, дело в процедуре сканирования, при которой, по некоторым данным, возможно нанесение лазерных меток на человека. Известно, что в США разработаны патенты о нанесении невидимого штрих-кода номера прямо на человека. А все аппараты для сканирования завезены в Украину именно оттуда. Тем более, что система электронного контроля стремится к всеобщему присвоению каждому человеку с рождения пожизненного персонального номера, что осуждено еще в 1946 году на Нюрнбергском процессе как тяжкое преступление, оскорбляющее человеческое достоинство. Подделать новый биометрический паспорт гораздо проще, чем бумажный. Все разговоры о том, что они защищены и их невозможно подделать, это обычная рекламная утка для наивных. Множество специалистов в Европе и США постоянно демонстрируют его ненадежность. Например, немецкие хакеры сняли все данные с электронных паспортов, в том числе отпечатки пальцев, членов правительства Германии. А амстердамский ученый Джерон Ван Вик, потратив всего $120, может клонировать любой биометрический паспорт менее чем за час. Достаточно преступнику, имея ваш поддельный документ в кармане, совершить что-то противозаконное, как любая охранная система дистанционно идентифицирует вас как нарушителя. И кто даст гарантию, что вы докажете свою невиновность? Таким образом, потеря, воровство или считывание информации с паспорта перемещает его бывшего владельца в серьезную группу риска. Вывод. Система электронного контроля ставит человека в полную зависимость от владельцев реестра. Она фактически делает человека приложением к документу. Прекрасно, ваш заказ принят и будет готов через 30 минут. Что-нибудь еще? Спасибо, ничего не надо. Но ваша реклама обещала каждой пицце бесплатную бутылку. Сожалеем, но инструкция пенсионного фонда запрещает предоставление этого напитка диабетикам. Сегодня истек срок обязательного страхования автотранспорта, поэтому вашу машину арестовали. Ставим вас в известность, что при ее осмотре на заднем сидении был обнаружен пакет с наркотиками, на которых были ваши отпечатки пальцев. Этого не может быть. Меня просто подставили. Пожалуйста, распечатайте стоп-лист и следуйте предписаниям. Ваш паспорт и счет заблокированы. Ваше имущество арестовано и переходит в собственность государства. Вам необходимо в течение часа прибыть в исполнительную службу. В случае отказа к вам будут применены силовые меры. Спасибо. Всего доброго.
Несмотря на более чем 100-миллиардные расходы, имея огромный дефицит бюджета в стране, систему электронного контроля пытаются строить упорно и безальтернативно, тем самым стремясь занять свой порядковый номер среди 188 стран, которые подписали Новоорлеанское соглашение о поголовном превращении населения в управляемую биомассу. Эти законы принимаются под жестким давлением международных структур, Евросоюза, МВФ и прочих. Оттуда же будет происходить и контроль за населением. Страна платит дань свободой своих граждан. Далее биометрический паспорт, согласно международным соглашениям, станет платежным средством. Наличные деньги постепенно упразднятся. В России внедрение таких паспортов началось с универсальной электронной карты, которая уже является электронным кошельком, страховым, медицинским и пропускным документом. А в некоторых странах для удобства чип имплантируют уже не в паспорт, а прямо в руку, под предлогом того, что надо обезопасить себя от краж и подделок документов. Да, действительно, мне вживили электронный чип. Здесь на территории имеются три высокие мачты, которые постоянно отслеживают мое местонахождение. А чип вживлен вам в руку или... В гайморову пазуху. Это современная технология слежения. Благодаря ей британское правительство может быть уверенным, что я нахожусь в этом доме. Церковь предупреждает об опасности этих процессов и заявляет, что использование идентификатора вкупе с современными техническими средствами позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия, о чем говорится в документе, принятом Архиерейским собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года. С духовной точки зрения, согласие на принятие электронных документов и на вхождение в реестр является отказом человека от богоданной свободы, а также личное согласие на подчинение глобальной тоталитарной системе, цель которой – контроль и управление биообъектами. В Священном Писании она описывается как всемирная диктатура, ведущая к полному порабощению и духовной гибели. В их планах оставить нам только единое окно электронного правительства для общения с хозяином на его языке, по его правилам, с полным подчинением его неограниченной власти. Для того, чтобы это сделать, им нужно только одно – ваше свободное волеизъявление. Если каждый из нас откажется от принятия электронных биометрических документов и от вхождения в единый реестр, то система просто не сможет заработать. Получится это или нет, зависит только от согласия человека. Вывод только один. История знала достаточно случаев, когда человек становился рабом системы. Если лично для вас важны понятия «свобода», «вера» и «личная воля», не берите электронные документы, сохраните свободу.